Правоохранители отчитаются о работе перед населением и ответят на вопросы. Встреча полицейских и граждан состоится 15 апреля в Кировске. Сотрудники межмуниципального отдела полиции Апатитский расскажут населению, как они оберегают наше спокойствие, когда мы этого даже не замечаем. Подробный анонс у Антона Рассказова. Встреча пройдет в помещении актового зала Кировского отдела. В ней примут участие руководители, а в том числе начальники ГИБДД, а также участковых уполномоченных. Полицейские сообщат о проделанной работе в первом квартале 2016 года и об общих тенденциях, которые выглядят удручающе. Для лиц, которые заинтересуются, мы можем сообщить о том, что на территории Кировска наблюдается большой рост преступности, более 85%. За счет каких преступлений и почему такой рост наблюдается, мы ответим и доложим населению на самом сходе. Помимо этого, граждане узнают, какие слои общества чаще всего совершают преступления, что происходит в сфере незаконного оборота наркотиков и оружия. Хранители правопорядка придут в статистику дорожных происшествий и ответят на вопросы. Приглашаем граждан, желающих принять участие в данном совещании, задать вопросы, если имеются, по состоянию преступности или какие-то решить личные проблемы. Встреча состоится в пятницу в 17 часов.